Здесь учат дружить, причем целыми государствами. В Кореневском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Заря» открылся региональный форум молодых патриотов «Гражданин Отечества». Участники из России, Белоруссии, Украины. На протяжении 5 дней они будут общаться с известными учеными, экономистами, политиками. Соревноваться в конкурсах, марафонах и интеллектуальных играх. Молодые, инициативные, амбициозные, яркие и креативные. Они полны свежих идей и стремятся к достижению высоких целей. На базе оздоровительного лагеря «Заря» собрались самые активные. Руслан приехал из Гомельской области. На родине занимается в театральной студии. Здесь он уже в 3-й раз. Форум, который объединяет нас и сплачивает все наши сердца, все работают в команде. Когда один друг за друга горой и... Ты забываешь, из какой ты вообще страны, и ты становишься одним целым. Ангелина из Донецка. Сразу и не скажешь, что эта хрупкая девушка – кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Наблюдать за происходящим на родине тяжело, признается участница форума. Очень, конечно, хочется мира, потому что в некоторых местах, допустим, я живу на окраине, и там еще до сих пор происходят бои. Это, конечно, очень тяжело и страшно, но мы верим в светлое будущее. У нас все развивается. Есть молодежные клубы, вот молодежный клуб «Славяне». Мы живем общественной жизнью, мы стараемся участвовать во всех мероприятиях, тем самым ведем за собой молодежь. У ребят есть уникальная возможность пообщаться с интересными людьми, обсудить политические события и обменяться мнениями. К нам приехали летчик-космонавт, герой России Ревин Сергей Николаевич. К нам приехали лидеры молодежных структур Белоруссии, Луганска, Донецка. Мастера спорта, политики, яркие люди. Каждый день, проведенный в лагере, обещает быть интересным, насыщенным и незабываемым. Гражданин Отечества не запись в паспорте, а состояние души и поступки. И молодые люди это знают. Станислав Костиков, Денис Федорков, телеканал 7.